Я думаю. Фу, замучился я конкретно. Фу. Ух. Ну что, надо снимать рюкзак. Ну, вот здесь есть, хорошо. Стоянка здесь. Вот. Конечно, неприятно. Мусор. Ничего, радует. Здесь продуваемое место. Комаров поменьше будет. Тут зимой я тоже стоял. Года три назад, что ли, да, или год-два назад. Пошел без лыж в феврале. А с утра проснулся. Снег намело по колено. До дома я еле дошел. Не до станции. 4 километра последних шел. Примерно. У 4 часов шел, блин, чуть не упал. Ну что, вот тут дровишки есть. Ладно, буду дома, буду думать. Включение. Так, ну что, помнишь, как я тут убрался? Вот, пока ехал в электричке, коммунисты, которые давали газет, я у них взял целую пачку. Ну, хорошее топливо. Костра она не сгодит. Сунула. О, как горит хорошо. Еще будет качадовый. Банки я закопал. Жонку закопал, постер уже платок раз, мусор собрал, сожгу все. Так, так, что не жалко, добра полно. Пускай горит еще.
таскать мусор. Постепенно сейчас разгорится. Что туда, а то мне один раз также зимой тент поставил и весь дым на меня, тент потом месяц, наверное, вонял копченой воблой. Ну привет, видите, я сжигаю за вас ваш мусор. Ну что это так трудно, а? Сжигаю за вас ваш мусор. Видите, вот так все просто. Не хотите тащить обратно? Сожгите. Все. Конечно, в костер кидается этот весь полиэтилен. Плохо там потом можно картошку так, как в смысле, то делать, то нельзя. Ну вот видите, все. Горит все. Все горит. Нет мусора. Видите, как нет мусора. Конор вкусен и скоро. Всякую гадость. В принципе, мне не лучше, но кумур это еще та пакость. Хотя в походе бывает, что только не ешь. ДПшки не хочется тащить. Ух ты, план там у меня. Вот. Сам не пойдет. Что мы тут ели-то? Ага, кашку, да? Кашку, кашку. 8 злаков каких-то тут. Видите, ребятки, за вас я сжег весь мусор. Ладно, пока не до этого, буду обустраивать лагерь. Это есть место, где покидает спиннинг. Подход к воде, конечно, стрёмный. Дальше не пойду я. Красота неписуемая. Тучи опять намигают. Я прогулялся, посмотрел. Косточки поразмял. Эта река вся заросшая дико. Ну, пойду. Раздатки попробуем. Единственное, конечно, стрёмненько оставлять мне вещи. Народ тут хоть и редко ходит, но все-таки могут
что места я так не нашел. Блин, если конечно туда еще километра полтора туда пройти, можно найти пошире места, где травы. Но опять же, я один, вещи оставлять мне нельзя. Вот. Так что с утра, может быть, или сегодня, если надумаю, к вечеру схожу туда. И нефтепровод туда, может, правее немножко еще. Ниже по течению. Вернее, выше. Тучи фигачат, блин. Пойду сюда схожу, посмотрю. Тут видно истоптано. Может, бобр ходит. Тут вроде как-то помята трава, но не поймешь. Это тот ходил, то рыбаки ходили, то ли. Но по всей видимости это бобр. Да, вот видно. Дел тут нету, ребята, здесь места. Место, где покидать можно. Жалко, конечно. Обидно, досадно, ну ладно. Да, мне бы, конечно, не хотелось бы встречать мистера Бобра на пути здесь. Блин. Думаю, тут крапива гребаная. Это так вот весь изжаренный. Блять, что-то я вышел на купотропки идти, а я. Подустал. Отперся с этим с тяжеленным рюкзаком. Сейчас пока поставил палатку, натянул тент. Блин, снова крапива. Ну, по сравнению с тем, где я шел, вот, это нормально. Там не крапива, а целые пальмы были. Тропические джунгли какие-то. Солнышко выйдет, и сразу как там в душе приятней.
Блин, грибов нифига нету. Ходил тут по опушке. Сыроек полно. Улуи. Маховичок вот один, он у меня там рядом растет. С палаткой. А в огородах-то нету. Вон какая-то хрень растет на поганке. По типу таких. Дожди-то были. Гриб пойдет. Стал еду убирать в мешки в компрессионник. Просто в мешок. Однажды как-то оставил хлеб. А тут колбасу еще какой-то тут снять съестную. Ушел. Прихожу. Сороки, воровки все поклевали. Так что всегда убирайте еду. Уходите в палатку и куда-нибудь, чтобы не достали птицы. Ну ладно, ветрище разыгрался, вон что творится. Шумит лес. Ну, все костерок дымит. Решил взять планшетку посмотреть. Да. Что-то совсем хреново. Здесь МТС тут не ловит вообще. Мегафон ловит. Даже Теле2 ловит. Хомячить орешков чуть-чуть. Уже весь пакет порол. Орехов как белкой. Разрываем. 16:25 время. Солнце зашло, сразу стало прохладно. Ладно, буду не надо заниматься, буду снастями.
до следующего включения. Решил включиться. Кидал спиннинг. Зажали мне комары намертво просто. Вон, радуга на небе. Сейчас снимаю. У меня вся рука в комарах, все лицо. Просто ужас, забыл взять с собой мазюку. Вот. Невозможно. Ветер после дождя стих. Вот мой брахло тут спиннинг. Вот радуга такая красавица. Ладно, не могу, загрызает меня насмерть. Ходил я, бросал спиннинг, бесполезно. Зажали меня комары насмерть. Попробовал вертушки, резину, пару воблерочков, ну, в общем, нифига ничего. Комары, конечно, адово вообще зажирают. Два раза дождик начинался. Да, газетка у нас снова, да, на растопку. Ага, КПРФ, ага, все понятно. Ну, хорошо будет гореть. Надо ставить чай, сейчас будет кипятиться. Ура, жарак. Жалякать. Что-то ядки захотел есть. Вот. Что будем сейчас готовить есть? Что там готовить? Я нынче взял только разогреть мне и все. Картошки, какая-то макароны, быстрая еда. Первый раз попробовать. Попробовал. Так. Что, ладно. Буду заниматься костром. Некогда мне снимать пока. Так, ну что, пришла пора жарякать. Котелочек у меня уже стоит. Так, ну что мы будем сегодня есть? Ага, какая-то бережка, котлета с картофелем. И фрикадельки с макаронами. Там у меня есть какой-то еще рис там с чем-то. Пожалуй, ночной, наверное, с котлетки. Так, тут, наверное, нужно его вскрыть, приоткрыть. Что-то там с томатными, по ходу дела. В томатном соусе, конечно, я не любитель. Слишком круто. Вот так. Поставим греться. Чуть-чуть разогреем. Интересно, кто-то придумал.
Сейчас попробую. Ну, в принципе, в походе все можно сгрызть, заглотить. Я не любитель этой пищи, но вроде не хочется готовить, когда один. Все, надо и палатку поставить, и тент, и костер. Тут крутится, как белка в колесе. Ну, то, что будем пробовать. Эх, ну что, время 8 часов. Чайкую. Заварганил. Ну-ка. Вот это чай, блин. Читал я больше всего чая. Не заварился, что ли, еще? Чаек, самый настоящий чай. Опа. Будем фигарить чай еще. Вообще, самый правильный чай. Шиповник лесной, боярышник, рябина, иван-чай. Кисленькие вещи. Вот костер горит, тишина. Комары, комары магическим чудом каким-то пропали. Дождя вроде не ожидается. Тьфу. Если будет, то это не страшно. Блин, ребятки, снял я УЗК, упрел я в них. Надоел в них ходить целый день. Вон, ногам сразу стало легче. Вот, планшет. Интернет МТС тут не ловит. Вот, смотрю на этот телевизор. На этот телевизор я могу смотреть вечно. Как кто-то сказал, есть две вещи, на которые можно смотреть вечно. Это на огонь и на зарплату в кассе. Тишина. Устал за сегодняшний день. Ходил на 10 км, профигачил. Жалко, рыб не поймал. Ну ладно. Я сюда еще приеду. Где-нибудь 10-х числа сентября. Уже травы будет поменьше. Вот тогда я погоняю, зубастую. Ладно, ребята. Устал я. Наверное, больше снимать сегодня не буду. Если только, может, что-то в палатке там. Вот. Сил нету. Сейчас похожу еще, наверное.
часок. Хотя не, время 8 час. В 9, наверное, лягу. Ну, встал. Но все равно, как я грызу пряники с чаем, вам, наверное, будет неинтересно. Так что выключаюсь. Вот, наконец-то я обосновался. Спальник разложил. Что-то кручусь, верчусь, никак не могу уснуть. Рано, не привык так рано ложиться. Вот время, ну, почти что 9:30. Блин, спальник этот, кокон. Сам будешь в нем как кокон превратишься, блин. Батарейка у меня опять разрядилась. Надо сейчас опять воткнуть пауэрбанк. На ночь пускай заряжает. Вот что. Всем спокойной ночи. До завтра. Вот, наступил новый день. Ух. Утро. Бардекас у меня здесь, бардакус. Вот туманище. Вот выходил на улицу, больше было вообще не видно ничего, не. Сорока сразу достала орать. С самого рассвета так пели птицы. Сейчас прям, сейчас какая-то тишина. Ну что, мы будем сейчас вставать. Хотя время-то еще без 10:07. Но я не привык долго валяться. Господи, рано лег вроде. Будем подниматься, готовить чай, варить кашу, в общем, завтракать. В палатке с той стороны стенда что-то поселились у меня пауки. Пауки ползают всякие тут. Какой-то еще там. Ладно, ребят, буду одеваться, просыпаться, умываться. Что, други, начался новый день. Что-то ворочался я в палатке, так не смог заснуть. Сейчас рядом лег. С утра, конечно, дубак конкретный. Даже не стал снимать термуху. Спал в термобелье. Палатку приоткрыл, чтобы посохло. Что-то закупорил окошко. Вон. Собственно, наверное, и не за этого. Конденсат дикий. Хотя вот летом такого не было у меня в этой палатке. Но все равно спалось хорошо, тепло. Сходил, умылся, умыл морду лица. Тут в лагере все хорошо. Все на месте. Набрал водички, сейчас буду кашу варить. Сейчас прогуляюсь. А то как-то сразу прям
Надо пройтись до поля сходить. Блин, а те одел я опять эти гребаные сапоги, эти УЗК. Внутри там они сыроваты. Ну, одел вроде пакеты какие-то еще поверх ботинок. Может, думаю, ничего будет. Вчера снимал вот эту сосну. Какая. О, здоровая. Она. О, какая величественная. Ладно, пойдем дальше. Красота. С утра был туман, а руки свои не видно. Сейчас вот маленько рассеялся. Народу никого так. Ни рыбаков, никого. Не встречал. С рыбалкой вчера вышло обломно. Что-то кидал. Вот тут хотел подойти и покидать, но... Блин, кругом одна трава. Берега вот тут вроде кажется можно подойтись там, но сразу засасывать ем. Я вот тут немножко можно было вот так вот. Такие пятачки небольшие. Конечно, река зарастает вообще. Ну, не знаю, лет 5-6 назад такого не было. Свежий воздух, пахнет соснами. В городе, конечно, такого нету. Сегодня я уже буду собираться домой. У меня поход выходного дня. Хотел ехать на 2 дня, но вроде как-то одному не особо повадно. Я уже привык ездить один. Зимой езжу тоже один. У нас тут какая крапива. Вчера я тут проходил, вам рассказывал. Тут. Ух, где там так вот пойдешь? В шортах там мне как-то вот тут невозможно пройти. Так. Блин, тут я весь мокрый. Тут я могу прийти. Обратно-то весь сырой, зараза. Роса еще. Вот. Черт, я удивляю. Камеру придется держать, приходится держать выше, а то намокнет. Ну, черт с ним, ладно, намокнем и растаем. Ох. Вот вроде как-то прошелся, кровь побежала и согрелся. Вот. Ну, поутру как-то все кажется по-другому. Еще более красивее. Вот. Такие тут красоты. Я уже и говорил, может быть, придется здесь в сентябре месяц сплавиться на байдарке. Тяжело идти здесь. Травище сколько. Вон пауки наплели своих сетей.
картина. Ну, туман еще впереди. Вот. Сетка какая. Вот там еще. Вон. Пес этот он все делает. Интересно, все это. Еще маленькая. Тропы-то я здесь не вижу. Хотя, может быть, она должна быть, наверное, здесь. Ходит же здесь. Вот рядом, наверное, ближе к речке. Нет. Ребята, очень большая трава. Сыро. Знаю, дальше пойду я или нет. Что-то у меня желание. Конечно, есть, но мочиться нет желания. Брюки будут сырые. Хотя нет, вот тропинка. Сколько тут паутин наплели. Такие места здесь. Идем дальше. Тут место все заросшее. Да, на байдарке здесь проплыть, конечно, проблематично. Вон какая река, все заросшее. Может быть, в сентябре получше здесь как-то будет. Не знаю. Тут до Пречистого не так далеко, наверное, где-то 2-3 километра по этой тропинке идти. Как-то давно ходили туда в магазин, это все продуктами пополнять запасы. Да, блин, сыр кругом. Трава сырая. Впору ходить.
не мужика в болотных сапогах. Не хотелось бы мне, конечно, прийти обратно в лагерь всему сырому. Пипец какой-то. Ладно, наверное, больше снимать пока я не буду. Вот. Такая трава тут началась. Непроходима вообще. Там тропка дальше есть, но... Густая трава очень. Впереди туманище какое. Только сейчас утка улетела, испугалась меня. Он летит. Хотел ее осторожно заснять, но не получилось. Я практически пришел до села Пречистое. Остановиться, сделать несколько снимков. Сейчас спокойно стоял, наблюдал. Около речки. Плещется голавль. Ловить нет возможности. Если только с маленькой лодочки на кивочную удочку. Оставил в лагере. Боюсь я немножко выходить.
Потому что однажды у меня на рыбалке был случай. Меня украли спиннинг, топорик, ну кое-что еще там по мелочи. Вот оно, впереди виднеется село Пречистое. Вон утки. Не знаю, удастся мне их заснять или нет. Он гуляет, плавает. Дряни. Вот тут переход небольшой, мостик через ручей. Тут, видал, утки плавают. Наверное, они вон шевелятся, трава где-то они запули в траву. Ладно, не будем им мешать. Вот и село Пречистое. Что-то мне помнится, здесь вот мы не заходили. Мы шли дальше, по-моему. Я могу ошибаться. Ну все правильно, вон. Церковь. Попин уже проснулся. Все-таки зовет меня, прям душа зовет меня пройти погуляться до туда. И за вещи мне опасно. И промок я чертям весь. Утренний колокол слышно. Где еще можно такое услышать?
пробираюсь сквозь кусты. Да, такой сырой участок. Да, обратно пойду я весь как водяной. Насквозь сырой. Туман. Вон видно купол церкви. Но все-таки, раз уж я гуляю, наверное, дойду я. Чему быть, того не виноват. Переживай, конечно, за вещи свои там. Буду надеяться. Вот поселок, деревня Пречистая. Старинки, улей. Последний раз мы здесь ходили с Олегом, с Клаусом и Соломанчиком. Блин, как же неудобно ходить в этих УЗК. Вот, ребята, смотрите, церковь, туман, не видать нифига. Горки. Всяко лает. Ну, как я и хотел с утра погуляться. Идти до села. Вот сейчас что бы сидел бы там у костра. Кормил бы мошек. А тут все-таки погулялся. Ладно, ребята, сделаю немножко снимочков, поснимаю. Вот, возвращаюсь домой. Немножко погулял по селу. Фотографировал речку. Следую обратно.
лагерь. Заодно снимаю красоты. Ой, где-то тут обнаружил дикая клубника. Соответственно, клубники здесь уже нету. Вот. Клубника дикая. Комары. Потеплело немножко, и комары активизировались. Всю лысину меня сгрызли. Какая тут красота. Лысину все сгрызли мне. Проходил, пахло мятой. Блин, ну в те чипы уже не хотел просто идти. Ну прям такой запах. Сейчас бы чайком бы заварить все это дело. Что удивительно, не снял ни одного клеща. Тьфу. Как-то год был. Да они тут есть, клещи. На год какой-то был, тут вообще был караул. Вот. Красота. Туман рассеялся. Ветерком немножко все-таки обдало. Вот обратно иду не так сыро. Да, в деревне шел, снимал, мужика встретил, вот не встретил, рядом там стоял, как-то на меня удивленно посмотрел, мужик идет с камерой, сам с собой разговаривает, ну потом я выключил, с ним немножко поговорил, местный, вот рыбалки немножко перемолвились, вот что-то, ну вот, тоже сказал, что негде ловить. Вернее, ну, речка вся заросла. Так вот, как тут он на днях ходил, рыбачил. Вот. Щурка поймал. Окуней. Здесь, ой, с десяток чуть не на я. Упал. Так. Подходим мы к нашим владениям. Поле прошли. Да, конечно, по такой траве идти очень тяжело. Вот летом здесь ходили. В том году или позатом траву было меньше, спокойно.
найдешь себе. Тут прям вон. Смотрите, какая трава. О. Вот между ними тропка. Ладно, выключаю, ребята, а то вчера я тут шел, вернулся, и камера у меня упала. Хорошо, что объективом вверх. Ничего не пострадало. Вот, все, тут тяжело очень снимать. Вот, пришел я в лагерь. Переживал, все нормально тут. Сейчас поставил водичку, горелку зажег, буду варить кашу. Кашу осенной малиной. Да, попробуем. Вон, солнышко даже пробивается сквозь облака, пустучки. Ну, тепло стало, меня радует это. В 6 утра проснулся, стал такой дубак был конкретный. Вот. Палаточка у меня тут сохнет. Надо будет его сейчас собрать, убрать. Ну, все в порядке, вон вода уже закипела. Можно кашу затаривать в котелочек. Ладно, ребята, весь процесс я тут не буду, наверное, снимать. Был бы штатив, конечно, можно было бы там все это поподробнее. Так, снимаю какими-то такими кусочками. Теперь, наверное, уже включусь перед уходом. Ну, бурлит у меня каша. О, пыхтит. Пыхтит котелок. Что, ребята, вот закончился поход. Собрал я вещи. Прибрался везде. В целом, все сложилось удачно. Время, правда, мало. Вчера я только пришел. Говорит, пока палатку поставил, пока чего прогулялся. День прошел быстро, а сегодня уже уходить. Как бы я тут вот присел на дорожку. Ну, собрал рюкзак, налил чая в бутылку. Вот, хочу сказать, что пьяницы-алкоголики, туристы-анархисты. Вот. Смотрите, вот так нужно оставлять после себя стоянку. Ничего, ни пластика. Вчерашний мусор я в банке я обжег и закопал. Пластик, бумагу, пакеты сжег. Свой мусор убрал в рюкзак. Ну, мне нести не впадло, не тяжело. Вот единственное оставил. Вот тут. Ну, не стал больно нести, тут не охот, не хочется лишнее. Морковку, картошечку, луковицу. Может быть, будет. Кто-то тут остановится. Помянет добрым словом. Ну что, ребята, вот я и ухожу. С этой стоянки. Время час. Ну, я еще, наверное, тут задержусь часика на два. Сейчас хочу дойти до поляны. Там потусуюсь еще 1,5-2 часа. И оттуда уже двину. Тут как бы там посветлее немножко. Бывает, выходит солнышко. Вот. Хочется так
на солнышке немного косточки погреть. А тут вообще деревья загораживают, вообще солнца нет. Ну, еще, может быть, разок включу. Пока все вроде. Пока загораю. Время 3:10. Полтретьего двину. Мрау не хочется уходить. Вещи. Сегодня погода вообще обалденная. Солнышко. Ветерок отбывает. Сапоги у меня высохли, затяжки. Придется опять их одевать, мотезок будет сырой. Забодали. Осталось бы еще на ночку. Ну, завтра на работу. Ну что, пора собираться. Путь дорожку. Все. Там посидел, тут присел на дорожку. Как и не хочется уходить. Ну надо. Там 5:40, что ли, по-моему. Хаба! Хаба! Вот, прибыл я. О, да, моста допехал. Сейчас мне хочется пить. Море здесь полчасика. Рано просто выходить. Дошел за 40 минут. Довольно быстро я шел. Ну, сейчас вверх к мосту. От моста еще 3,5 километра. Сегодня жарко. Солнышко зашло, а то шел по полю, солнце прям припекало по-летнему. Кстати, вот, хотел показать вам. Много раз уже здесь проходили, смотрели на этот памятничек. Сашенька Горохов, 2.4.94, 2.5.98. Вместо смерти. Не знаю, что-то слышал, что то ли купался здесь, он зацепился за корягу. Вот вроде как-то такое вот я слышал. Ну вот кто знает, напишите комментарий.
Фу, развез. Сплотил, как и лошадь, блин. Вон. И тут тоже свалка. Ну, блин. Тоже туристишечки. Туристы-анархисты. Все засрем. Называется. Вот и все. Конечная цель моя. Хотел еще передать привет Питер, Лехе Юрькову. Как-то там. Жив-здоров. Хотя, в принципе, ВКонтакте иногда переписываемся. Что напоследок хочу сказать. Ходите чаще на природу. Ходите в походы. Дома на диване бежать. Смотреть телевизор, зависать в социальных сетях. И там это все не живое. Живое это здесь. Вот тут. Есть что вспомнить. Ну все. На этом. Пока.